Продолжаем работать в файле main-activity-java. В прошлый раз мы записали вот это условие if. Сейчас будем писать условие else. Else. И давайте скопируем вот эти две строчки. Они у нас практически повторяются. Вставляем. Только тут, естественно, меняем на true. True. А вот здесь вместо unpinned ставим pinned. Вот такое вот небольшое изменение. Думаю, тут понятно. Теперь нам за пределами вот этого блока if. Вот у нас первый if, это if, потом else. И после вот этой фигурной скобочки надо записать. Давайте, чтобы не придумывать, поднимемся и скопируем. Вот это note is clear, add all и note list changer. Три строки. Копируем. И вставляем так вот сюда. Так вставили. И внизу дописываем return true. Точка запятая. Теперь давайте запишем код в блоке delete. Вот это все, что мы писали, это в блоке pin было. Сейчас вот у нас есть delete. Так, давайте копируем вот это. Database main DAO. Точка delete. Так, в скобочках нам надо вставить вот selected node. Есть node as remove. В скобочках тоже вставляем selected node as. Есть в конце точка запятая. На следующей строке повторяем вот это. Давайте прямо вот так скопируем. Так, вот так. А сюда мы тоже вставим toast. Так, копируем отсюда, вставляем pinned. И вот тут мы напишем note removed. Заметка удалена. Вот так вот. У нас есть две опции switch case. Это pin и delete. Но надо еще добавить дефолтное значение. Пишем default, и давайте вот это вот отсюда вырежем, оно тут не надо. Удалим лишние пустые строки, и вот здесь вернем false. Основной функционал, который мы задумывали при разработке приложения, мы уже реализовали. Давайте запустим эмулятор и посмотрим, что у нас получилось. Ну, тут, конечно, много еще чего можно доработать, добавить целую кучу разных функций. Давайте посмотрим, что у нас уже есть. Так, запустился эмулятор. Сейчас ждем, пока установится новая версия. Запустилось приложение. Так, давайте посмотрим, как оно работает. Жмем плюс, добавить заметку. Ведем. Давайте сначала 1.1.1. 2.2.2. Жмем сохранить. Заметка появилась. Давайте попробуем еще одну добавить. Жмем сразу сохранить. Появилось всплывающее сообщение. Title QQ. Жмем. Появляется сообщение Please enter description. Сохраняем. Все работает. Теперь долгий клик. Закрепляем. Меняется текст. И, соответственно, всплывающее окно появляется. Pinned, unpinned. Пробуем удалить. Удаляется. Так, вводим текст. UUU. BBB. Сохраняем. Так, вводим текст. Q. Остается одна заметка. Удаляем Q. Две заметки. Ну, основное поведение мы реализовали. Тут еще много чего можно добавить. Наверное, сделаю еще несколько видео. Добавим, наверное, какую-то рекламу. Добавим цвета. Возможно, что-то еще модифицируем. Но основной функционал у нас уже есть. На этом все. Всем спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Добавляйтесь в Telegram-канал, в Telegram-чат. Всем спасибо, всем пока.